уехала на работу. Быстрее давай. Что можно я... еще был часик? Можно. Так, ну я уже еду. Знание разбудило? Разбудило. Вот ему ланчбокс. Обязательно один банан и яблоко, хорошо? Угу. Пускай не забудет, я обязательно еду. Все, я поеду. Пока-пока. Хорошо, пока. Яблоко и банан не забудь взять. Все, пока, папа. Так, держи ключи, потому что у меня после обеда не будет. Ты смог в дом попасть. И закрой мне, пожалуйста, заодно, чтобы я не вставал. Так, хорошо, пока. Давай. Не понял. А где машина? Папа, где машина? Дань, так мама еще час назад уехала. Пешком иди. Ну, ладно. Thank you.
Ой, а что он едет? Заглох что-то странно. Так, бензин проверим. Ё-моё, бензин закончился. Что мне делать теперь? Я же уже в школе должен быть. Что делать, что делать? Приехал, блин, называется. Вот только не в школу, а надо было в школу. Который час, который час? 9:17? Вот это я опоздал по-крупному. Так, звоню папе, папа меня выручит. Да, да. Слышь, пап, тут такое дело. Я, в общем, заглох. В смысле заглох? Да, ты же пешком в школу пошел. Да я и думал пешком идти, но потом подумал, чем бы мне на питбайке не поехать, и быстрее будет. Короче, пап, у меня бензин закончился, я не могу ехать. Ну, а от меня ты что хочешь? Бери его и толкай домой. Я здесь при чем? Пап, ты что издеваешься? Я уже далеко от дома. Ну, помоги, пап, пожалуйста. Ладно, говори, где ты. А, я понял, хорошо. Сейчас подъеду. Ладно, буду ждать папу. Ничего делать не остается. Бензин у него закончится. Проверять вначале нужно перед тем, как выезжать, есть бензин или нету, а потом выезжать. Блин, а у меня-то бензина тоже нету. Что делать теперь? Ну, как вариант, можно его на буксир взять. Так и сделаем. Заправился ты, да? Закончился. Смотреть нужно перед тем, как выезжать. Есть у тебя бензин в баке или нет? А ты что, бензин не взял? Нет у нас дома бензина, да. Я по канистру проверил, нету. И что, будем теперь вдвоем толкать? Не будем толкать, я взял трос, сейчас тебя потянет. Взять бы этим тросом и дать тебе по жопе, Дань. Ну, пап. Ну, думать надо и проверять за техникой своей следить. Сколько тебе, Даня, учить? На следующий раз сам толкать будешь, а тогда и поймешь. Понял? Пап, тут такое дело, я уже в школу опоздал, уже как бы пропустил уроки. Да может я сегодня не пойду, а? Не пойдешь, если мой мотоцикл и свой питбайк помоешь. Давай, пап, я готов! Когда-то видел, чтобы питбайк буксировали мотоциклом. Ну да, видел. Пап, эта лужа очень воняет. Тут не вода застоялась и воняет. Пожалуйста, вытяни меня отсюда. Лучше бы я в школе на уроке сидел. Мне теперь питбайк мыть, кроссовки стирать. Давай. Убери, толкай. Ну, толкать так толкать. Толкать это лучше, чем за одну поездку, блин, упасть. Раз, два. Зачем?
зачем было папе звонить? Лучше бы толкал, по дороге уже протолкал бы. А так... Надо и самому помыться, и питбайк помыть, одежду постирать, кроссовки помыть. Сколько дел. А все из-за того, что с утра взял питбайк и не поехал в школу. Короче, ребят, ставьте лайки, если когда-нибудь прогуливали уроки либо школы, либо экзамены. Короче, неважно. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.